Так, девочки, теперь мы стачиваем боковые швы. Обязательно надо иголочками наколоть, чтобы они не, ну как, сходились. И пасало лишнего, чтобы ничего не оставалось, чтобы правильно сшили, потому что потом будет все тянуть, если что-то не так сделали. Я быстренько прострочу. Вот я там дальше иголочками наколола. Вот видите, вот тут я дальше уже иголками наколола. Видите как? До конца, до самого, чтобы рукав. Иначе потом может не сойтись. Это должно обязательно быть все ровно. И следующая половинка тоже так же. Все, где иголочки, строчим аккуратненько так. Все. Так, сейчас мы обрабатываем вторую половиночку. Лаком. Торопиться, я быстро шью, я люблю быстро, я не люблю медленно. Вообще коверлок, машинка быстрая, и надо очень быстро шить. Ну, в основном так. Так, у меня шпука. Конечно, сильно. Это у меня еще не все машины. У меня еще две машины есть. Еще одна машина, ну, как для гардин, а другая машина у меня для, как сказать, для трикотажа специальная. Запошивочная, можно сказать. Так, все, девочки, мы прострочили. Так, теперь, девочки, я включила свой парогенератор. Будем сейчас мы отпаривать, то есть боковые швы нашего платья. Все, я прострочила с обоих сторон, видите его. Теперь мне надо, так получилось, ну, это изнанка. Плохо вам видно, наверное, сейчас немножечко так вот. Вот видите, вот это платьюшко. Вот. Сейчас я так немножко. Мне придется его сюда одеть, наверное, на гладилку. У меня вот такая гладилка, она тоже с паром, поднимается, включается здесь все. Она тоже очень хорошо работает, но немножко шумновато. Я могу сейчас ее включить. Она сейчас нагреется и очень отпаривает хорошо. Вот у нее здесь кнопочки вот здесь вот сбоку. И она поднимается здесь, вот знаете, как воздух. В общем, классная. Тоже немалых денег стоила, но она мне очень помогает. Такая помощница для меня классная. Поэтому вот. Все, платье я сейчас одела вот так. Гладилку. Будем его отпаривать. Утюжок у меня уже все. Сейчас я его снимаю. Так, и будем... Мел еще у меня немножечко. То, что я краила, мерила. Я без выкройки его делала по своим меркам. Вообще я по бурде люблю очень шить. Ну, что-то сейчас последнее время это... Хотя я сама краю без проблем. Я могу все, что хочешь, шить и скроить. Так, я думаю, что уже все. Так, а теперь я делаю вот пар. Не знаю, как тут. У меня будет, видите, он надувается. Заработала гладилка эта. Слышите, какой звук? Представляете, как громко? Отключу, потому что шумно сильно. Она прижимает к себе.
сказать, вот так вот материал, ну, с той стороны, и отпаривает хорошо. Пар очень классный. Здесь написано сколько. Так, 350, 6,5. Видите, если вам видно. Очень хороший утюг Philips. Все. Очень все. Прямо она, знаете, как к себе все. Да. Очень хорошая. Ну, кошечки мои любят на ней спать. Если я не убираю, конечно, они на ней спят. Так, девочки, вот смотрите, я сделала обтачку горловины и соединила их вместе спинка и перед. Вот смотрим, где больше, да, там перед, значит, вот как мне тут показать. Видите? Вот, и прикладываем к платью. Так, подождите. Так вот, наверное. Да, вот так. Прикладываем. Вот это у нас перед. Ой, вам как бы неправильно показать. Все скользит у меня здесь. Так. Видите как? Вот это перед. И вот это перед. На лицевой стороне. Потом прикладываем лицо к лицу. Соединяем плечевые швы. Все иголочками вот так накалываем, накалываем и заставляем. Девочки, смотрите, все, я пристрочила. Сейчас мы заутюжим вот эту горловину. Видите как? Сейчас мы будем гладить с вами. Черное все плохо видно, конечно. Сейчас утюжок у меня подогреется. И мы будем с вами отпаривать вот это платьюшко, которое я сшила. Так, это у меня сзади, а это вот спереди. Я вообще хотела наизнанку, потому что все наизнанку я делаю. Смотрите, я подшила тоже здесь все. Вот. Тоненькой строчечкой такой обверложила, подогнула и все это подшила. Вот. Здесь тоже самое, рукавчик тоже тоненько. Все. Сейчас будем отпаривать с вами. Поворачиваем наизнаночку. Так, девочки, я включила еще гладилку. Видите, она как жужжит. И там она греется внизу. Вот здесь вот греется. И притягивает к себе материал, чтобы он, ну как, лучше ложился. И его тогда проглаживать лучше. Все, утюжок наш это подогрелся. Пар идет, видите как. Очень классно, мне им нравится работать. Быстро все, где я работала, да, я же тоже работала по этой специальности. Я вообще-то закройщица, портная, да, это моя специальность. И вот у нас такие вот большие утюги там были, ну, они сейчас есть. Я в данный момент работаю, вот. Не каждый день, правда. Вот. Учить, конечно, девочки, я вас всех учить не собираюсь. Я просто вам показываю, как я шью. Я вам сделаю ссылочку одной девочки, Юлечки, которая шьет, которой я взяла эту модельку, очень мне понравилось. Я вам ссылочку дам, вот она учит. Вы зайдете на эту ссылочку и посмотрите. Вот. Учить я не могу, я не учитель. Я уже говорила об этом. Я просто буду показывать, как я это делаю, что я делаю, как мое хобби это и профессия это моя. Вот, а чтобы там учить конкретно, показывать, рассказывать, я не хочу. Я так вкратце все это. Вот. Вот такое платьюшко у меня красивое получилось. Не знаю, мне очень нравится. Нравится ли вам оно? Сзади видите, как идет такой хвостик, впереди укороченное немножечко. Ну, очень я довольна результатом платьюшка своего. Вот. Замечательно получилось. Здорово.
Сейчас еще внизу сниму, как это будет смотреться, допустим, с сапожками. Я одела укороченные сапожки такие. Мы посмотрим. Так, я не знаю, видно вам, не видно. Вот я делала укороченные сапожки такие. Я думаю, что это очень красиво. Можно с туфельками одеть, можно с сапожками одеть. Очень здорово получилось. Очень классно. Вот. Подходят как и с туфлями, как и с сапожками. И летом можно носить, в принципе, если куда-то пойти на какую-то вечеринку. Это платьюшко вполне можно одеть. Очень оно хорошо смотрится. Здесь вот такой у меня воротничок. Видите, да? Вот. В общем, очень здорово все здесь выточки. Так вот. Очень довольна своими результатами. Начну что-то другое сейчас шить. Я очень довольна своими результатами. Платьюшко очень классное получилось. Видите? Вот. Все так это по талии. Сзади. Идет трапеция немножечко, нет, здесь вообще ровно, здесь немножко как идет, видите, да, оно сюда заходит, вот это вот этот шов, потому что здесь этот хвост он расширенный, и вот так получилось замечательно, очень нравится, очень материал красивый, такой гипюр, не знаю, немножко просвечивает, мне кажется, по нему надо подклад пошить. Ну, спасибо всем за внимание и всем пока-пока!